покажу вам самую прекрасную елку на свете. Я выключила дополнительное освещение, оставила только свечи. Вот так вот она смотрится обалденно. Смотрите и любуйтесь моей красавицей. Скоро я буду ее разбирать. Но не скоро. Такая красотка. Как можно разобрать и убрать и спрятать такую елочку волшебную? Никак, правда? Вот такой вот свет за окном. Такое настроение волшебное. Сказочная елка. Сказочные игрушки, Чиполлино, кот в сапогах, король, принц, принцесса, Золушка совершенно волшебная, звездочет, карета, Мишка, который читает все вот эти волшебные сказки, Мишка-помощник новогодний, и внучка Деда Мороза, часы фантастические. Это вообще отдельная история Бабы-Яга. Посмотрите, какая красотка. С домиком. Курья ножка. Снеговичок рядом с ней. Дедушка Боровичок. Солнышко вам сияет. Привет передает. В ночи. Виточка здесь у меня ходит. Зазывает меня уже. Да, Вит? Скажи. Часы пробили. Ровно 12. Вот. Еще одна Баба-Яга. Смотрите, как у нее очаг горит красиво, да? Вот такая красота. Емеля и щука. Это вообще все свои желания шепчет ей на ушко. Чтобы она все желания его исполнили. А вот и Белочка, которая все орешки грызет и в домике вот в этом сидит. И очаг ей освещает ее сказку и счастье. Вот еще одна курья ножка. Грибочки, мухоморчики. Значит, здесь где-то Баба-Яга. Вот эта красавица. Вот она деток ворует. И сказки им читает с Мишкой на ночь. А щелкунчик, так это вообще, посмотрите, какой фантастический щелкунчик. Обалденный, правда? И вот еще девочка, которая вместе с щелкунчиком по сказке. Красотка. Вот такая красота. Здесь под часами спрятался. Еще у нас маленький-маленький Кузя-домовенок. Вот такой вот маленький. А вот там Карабас-Барабас охраняет свой замок грандиозный. А замок у него и правда гигантский и грандиозный. Посмотрите, какой замок. Он просто гигантский, он огромный. У него и вход есть, и сзади крепость оборонная вся слажена стеной. Вот такая красота. Вот эта ретро-игрушка, сказочная, волшебная красная шапочка. Такая красотка. Вот такая елочка, сказочная, волшебная. Включаю маленький свет еще. Вот так вот давайте подсветку еще врубим. А то резкость ушла. Вернула режим резкости приятный. Посмотрите, какая красота. Листайте иногда это видео, наслаждайтесь, восторгайтесь, а она будет еще красивее. У меня впереди сюрприз. Я обязательно этот сюрприз вам покажу. А еще смотрите, какие тут музыканты, артисты замечательные, веселые. Вот такие вот мышата. Очень веселые, очень интересные. Играют нам всем сказки. Колобок с лисой. От лисы тоже убежал, видите? Вот там вот Чебурашка и крокодил Гена с паровозиком. Здесь курочка, ряба и золотое яичко. Вот оно настоящее золотое, непростое. Действительно золотое. Всем яичкам яичко золотое. Вот такое. А здесь вообще золотая рыбка, которая исполнит все-все-все желания. Всех-всех-всех. И дед, который, конечно же, пошел с неводом ловить рыбку в море. И бабка. Вот она такая, уже со своим домиком-замком, который ей золотая рыбка все-таки решила подарить. Смиловилась. А здесь Софочка мудрая. Вот такая вот красотка мудрая.
птичка на шаре, шикарная совершенно, прилетела и съела шишки покрысти. А фонарь, так это вообще отдельная история. Посмотрите, как он красиво со свечкой мерцает. На самом деле свечка сзади, да? Ну вот под этим преломлением освещения получается живой настоящий огонь. Очень красиво, очень. И вот такой маленький снеговичок волшебный, фантастический. У него даже носик настоящий. Вот если посмотреть на носик. Вот он так пим-пим-пим-пим. Фокус ушел, резкость уходит. Не хватает освещения, видимо. Решила показать вот в таком освещении вот эту всю красоту. Царь-лебедь, посмотрите, какая лебедушка шикарная плывет. И вот здесь вот была лайка, матрешка волшебная, и мальчик-балалайчик играет на балалайчике. И вот эти вот две девчули, две сестренки-лапули, очень красивые игрули. Гномик, как же без гномика в сказку, сидит на волшебной подарочной коробочке. Сторожит чей-то подарочек на Новый год. А звездочет, смотрите, какой красивый, сказочный, волшебный звездочет. Вот он по ночам читает свои сказки и считает свои звезды. И сейчас у нас ночь, поэтому у нас вот там вот луна красивая, волшебная. Дед Мороз в шубе красной, его снегурочка шикарная в этой синей шубочке, да? Это внучечка, маленькая избушечка такая красивая, замечательная. Ой, как я люблю эту елку, Мишка, с часами. У часов даже есть шишки настоящие на цепочках. Как это красиво смотрится. Такая снежинка, вот такая елочка. И птичка сидит на елочке, Софочка рядом с домиком. С часами еще одна обязательно. Как без нее никак. А с этой стороны еще один вот такой тоже сказочный пряничный домик волшебный. Еще одна снегурочка, снеговичок, опять же. Чтобы им всем было не скучно, с разных сторон на елочке. Еще снежинка такая. И волшебные вот там вот ретро-антикварные игрушечки, без которых никак нельзя, потому что дань и уважение традициям старины надо исполнять и соблюдать обязательно. Вот так красиво и нарядно выглядит эта красотка. Ставьте свои комментарии, пишите лайки. Мне будет очень приятно все ваши реакции на мою вот такую красивую, нарядную, волшебную, сказочную елочку. Спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока-пока!